Я приветствую всех зрителей и подписчиков канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». В данном видео мы с вами рассмотрим пятерку электрических мясорубок «Ротор». Рейтинг лучших. Все товары, которые здесь идут, все представлены с Яндекс.Маркета. Ссылки все будут в описании под этим видео. Можно будет перейти и ознакомиться для того, чтобы заказать любую из представленных моделей. А «Ротор» фирма – это одна из ведущих промышленных предприятий России. Поэтому «Ротор» – это, соответственно, российский бренд. Как скажут многие, чего-то там сверхъестественного ожидать не стоит, ну, как бы тут и ценник невысокий, да, со своими простыми задачами данные мясорубки справляются. Первая в нашей пятерке мясорубка Ротор Макси МШ35300, 3790 рублей ее стоимость, скидка 5% на Яндекс.Маркете, и еще можно дополнительно получить 5% скидки. Производительность 580 грамм в минуту. У нее только идет работа на приготовление фарша, потому что один диск в комплекте, и еще есть шнековая соковыжималка здесь, кстати. Работает беспрерывно на 10 минут и далее отключается. Прорезиненные ножки идут, есть отсек для хранения шнура и полностью пластиковый корпус вместе с пластиковыми комплектующими. Вот таким образом выглядит данная мясорубка. Конечно, видно, что простенькая. Простая кнопка включения-выключения, да, и простенький внешний вид. А рейтинг неплохой, как бы отзывов не столь много, но и заказывают же ее не только на Яндекс.Маркете, но и на других сайтах. Неплохо перемалывает мясо, для своей стоимости она со своей задачей справляется. А следующая у нас в нашей пятерке мясорубка Ротор Экстра МШ35250. 4190 рублей стоимость. Обратите внимание, ценник абсолютно невысокий. 5% скидки еще есть на Яндекс.Маркете. Выглядит вот таким образом данная мясорубка. Простенький такой дизайн, пластиковый корпус, пластиковые насадки. Перемалывает 500 грамм мяса в минуту. А есть некоторые комплектующие, да, такие как насадка-терка, есть насадка для шинковки и диск для фарша. И, кстати, есть тоже шнековая соковыжималка. Полностью пластиковый корпус, также ее можно помыть в посудомоечной машине. Это вот один из плюсов. Касаемо достоинства, то, что работают ей очень много лет и, соответственно, нареканий никаких нет. Большой минус здесь идет, конечно же, за шумность. Поэтому здесь, конечно, я думаю, что в любом случае она будет довольно-таки громко кричать. Следующая мясорубка у нас Альфа Р МШ35250, 4740 рублей ее стоимость, мощностью 250 ватт и производительностью 600 грамм мяса в минуту. Она может работать непрерывно в течение 30 минут. Есть один диск для фарша в комплектации, есть насадка-терка, насадка для шинковки и также шнековая соковыжималка. То есть обратите внимание, за 4740 рублей вы получаете столько комплектующих и столько возможностей выполнения работы данной мясорубкой. Еще непрерывная работа у нее 30 минут. Ее также можно мыть в посудомоечной машине, ножки прорезиненные, кабель здесь идет 1,20 м. Конечно, здесь никаких отсеков для хранения нет, все хранить нужно отдельно. Рейтинг неплохой, самый большой минус идет, конечно же, за шумность. В принципе, из достоинств вполне достойная, неплохая, имеет 3 насадки. Похоже на какие-то предыдущие модели, да, если вы пользовались обычными простыми, да, то как бы вот она вот из класса такого бюджетного варианта. Цена у нее неплохая абсолютно за ту комплектацию, которая представлена. Все комплектующие смазаны, все работает, довольно-таки негромко для своей стоимости, да, как бы слишком не к чему придираться. Поэтому для таких денег, мне кажется, очень довольно-таки неплохо. Следующая мясорубка Ротор Дива МШ30230, 3690 рублей ее стоимость, производительность у нее 580 грамм фарша в минуту, есть диск для фарша и шнековая соковыжималка, то есть можно делать сок и можно делать фарш. Лоток и корпус идут из пластика, прорезиненные ножки, никакого реверса, здесь как бы ничего такого нет, кнопка включения-выключения, соответственно, либо перемололи фарш, либо установили насадку и приготовили сок. Рейтинг не слишком высокий, но как бы отзывов не слишком много. Хорошо перемалывает, работает без нареканий, поэтому
небольшая комплектация, но, в принципе, если вам больше не надо, то этого и достаточно. Ну и последние наши пятерки, экстра МША-35-250, 3510 рублей ее стоимость. Также не забывайте про 5% промокод на сайте Яндекс.Маркета. Производительность у нее 500 грамм в минуту, есть диск для фарша. Можно мыть в посудомоечной машине, прорезиненные ножки и полностью пластиковый корпус. То есть обычно просто мясорубка электрическая, ничего больше. Кнопка включения и выключения, все, то есть здесь чего-то сверхъестественного, скажем тогда, с какими-то дополнительными функциями здесь не присутствует. Поэтому для работы чисто приготовления фарша ее достаточно. Неплохая вещь, да, в хозяйстве очень пригодится. То, что касаемо недостатков, да, то, что немножечко слабовато, но, в принципе, с учетом того, что она перемалывает там 500 грамм мяса в минуту, да, то есть какой-то большой мощности от нее ждать и не стоило. Вот такая пятерка мясорубок ротора у нас получилась. Все товары, которые представлены, идут с Яндекс.Маркета, ссылки в описании. Не забывайте подписываться на канал «Все о стиральных машинах и бытовой технике», и также комментируйте, пишите, какими пользуетесь вы мясорубками, что вам нравится, а что не нравится. Не забудьте также поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео.